Уважаемый директор Хан Ко-Джин, уважаемые дорогие студенты, для нас, для нашего университета, сегодня большая честь. У нас в гостях находится чрезвычайный полномочный посол Республики Корея в Республике Молдова, который находится в Киеве, потому что прежде всего он посол Республики Корея в Украине, на Украине, и одновременно в Республике Молдова. Действительно, большая честь для нас, и также, думаю, господин посол, вы находитесь в престижном университете Улим, который недавно отпраздновал 25-летие с основания, с момента основания. Для нас очень важно, и может быть это и некоторое совпадение, что еще в свете празднования, потому что дух празднования еще присутствует в нашем университете, поэтому, очевидно, не случайно и ваше сегодняшнее прибытие в нашу столицу и в наш университет. Искренне рад и искренне благодарен, что вы нашли время посетить наш университет, и не просто посетить университет, увидеть, а с рабочим визитом. И это весьма престижно и весьма почетно для нашего университета. Ввиду того, что у некоторых студентов занятия, мы не смогли, к сожалению, сорвать занятия, некоторые занятия, которые неоднократно уже были сорваны, поэтому предпочли в такой обстановке, в такой, ну, скажем, почти что начать наше сегодняшнюю встречу. Еще раз добро пожаловать, и, пожалуйста, господин посол, вам слово. Доброе утро, дамы и господа, дорогие студенты. Мне очень нравится, и это для меня большая честь и привилегия. Именно где-то год назад у меня был такой шанс выступить перед вами по теме «Чудо Кореи». Сегодня по теме «Чудо Кореи» нам удалось провести какое-то значимое конференция. Мне двойно очень рада, чтобы провести такой серьезной конференции. Итак, я очень хочу поблагодарить Улим университет за то, что организовали такой конференции. И также за то, что это перевозили как пиракль Кореи на русском языке. И также поздравляю вас с днем день рождения, как ваша первая годовщина с момента основания. И в этом году также между Кореей и Молдовой отмечают 25-летний годовщин по установлению типа отношений. Я хочу не только это выступает речь, я хочу это как выступает как побывал это миракль Кореи. Вчера мы пили много пива, поэтому голова это очень медленно работает. Мировые историки говорят, что
care e, pe care ne mire, sate valila, sate valciuda. Первое чудо, мы прекрасно понимаем сегодняшняя эта тема, чудо реки Ан. Но у этого Кореи уже содержали это первое чудо. Посмотрите это под влиянием Китая. Много стран появились и распалились. Но только две страны сохранили суверенитет. В первую очередь это Вьетнам и потом Южная Корея. Поэтому историки говорят, это первое чудо Кореи. По поводу второе чудо, я думаю, что вам все известно. В 1960 году Корея была самая, занимала второе место по 15 в мире. Но сейчас Корея занимает 11 место по уровню ТВТ в мире. Кроме того, после Второй мировой войны среди больше, чем страны, зависимые страны, было больше, чем 100 независимые страны были, но среди них только 3 страны достигли развития, политическое развитие и экономическое развитие. Это Израиль, Сингапур и Корея. Факты так говорят, что перенесение 30 лет составляет 5% роста экономики. Еще это 3 страны. Я задаю вам вопрос, вы знаете, какая 3 страны. Понимаете, это перенесение 30 лет получает больше, чем экономический рост. 5%. Это 3 страны. Японии, Тайвань и Корея. В течение 40 лет только 2. Тайвань и Корея. В течение 50 лет только 1 страна. Это Корея. Поэтому это говорит, что Корея это является золотой медалист в экономике. Я думаю, что мы ожидаем третье это чудо. Третье чудо это как будущий Корея. По прогнозу это как прогнозу это в 2050 году Корея будет заниматься 8 место по и будет второе место на душу населения. Это не мой прогноз, но это очень известный международный синтетинг программы. Если это получает мирное объяснение и какое-то предыдущее место в мире, я думаю, что это мы можем говорить с третьей чудо. Ключ как успех в Корее заключается семь факторов. Первое это как руководство, второе это единство, третье это дух непредпринимательства, четвертое это образование, пятое это инвестиции в R&D, науки и технологии. Шестая это, я думаю, что компетенция это правительство. Седьмая это внешняя политика. Я думаю, что
Сегодня мы проведем конференцию по теме «Миракль Кореи». А какие уроки вы будете как получить? На мой взгляд, как называется? У нас четыре серьезные handicap. Либо это дефицит, либо это неплюсовая фактор. Первое это, либо это зависимость. У нас это зависимость по безопасности. У нас это военный союз с США. Но без союза с США нам очень тяжело защищать себя. Вторая зависимость это энергетика. Корея это 100% импортируем энергетику Тарбетю. Третье это продовольствие. Корея занимается пятое место по импорту продовольствия. Четвертое зависимость это торговля. Почти больше чем 70% ВВП составляет из торговли. Поэтому с начала правительства стремится как принимать политику на основе как реформы и на основе открытая политика, на основе конкретики. Без конкретной способности мы не можем как-то конкурировать с развитыми странами. Без реформы невозможно повысить конкретную способность. Поэтому с начала наша основа политики это является реформа, конкуренция и глобализация. Почему я упоминаю такие истории? Потому что раньше мы так считали, пессимизм. Пессимизм доминирует нас. Мы не можем, мы жалуем. И какой-то пессимизм, какое жалование, как доминирует наш менталитет. Но потом мы переориентировали свой мышление. С пессимизмом в оптимизм. Я не могу, я могу. Какое-то реализация мысления, это очень играет большую роль. Поэтому я думаю, что у вас может быть есть какое-то жалование, может быть есть какой-то дефицит, комплекс, либо хэндикэп, но если у вас такие дефициты есть, тогда надо реализироваться. Это не это дефицит, это мотивация. Motivation. Очень отрадно, что вы отметили и мотову, человеческий фактор, человеческие ресурсы. Хотелось бы, чтобы это было бы так. Но для меня лично чудо Кореи, это экономика Кореи, это не просто чудо экономики, это чудо самой страны. Чудо Кореи. Южная республика Корея, это, в моем понимании, это как птица Феникс, которая из пепла возродилась. И это действительно так, это без преувеличения. И это, прежде всего, потому что дух народа, единство, сплоченность, организованность свойственна корейцам, особенно не только руководству, но и народу. Но, конечно, во главу угле это, конечно, экономика, это, конечно, человек. Это, конечно, сплоченность корейцам. И, конечно, в последнее время, в
последние 20 лет, можно даже так сказать, последние 5 лет, это очень бурное развитие дигитальной экономики. Вы даже без увеличения являетесь среди мировых лидеров дигитальной экономики. Вы не только для нас являетесь примером, достойным примером, высоким примером, но и для нашего региона в целом, и для без увеличения для многих европейских развитых стран. Пожалуйста, вопросы, но не ко мне, а к вам. Анатолий, мне кажется, самое использовать какой-то плюсовой фактор, особенно это географическое распорождение и при сведении Европейский Союз и странах СНГ, и как-то это при каждом году. Я работал много в странах СНГ, в том числе в России, Казахстан и в третий раз в Украине. Я не видел такой серьезный при каждом году. Все это страны конкурируют при нас при каждом году. Но это претендент при экономии тон, не это серьезный при экономии тон. Но я нашел, у вас очень серьезная передовая свободная при экономии тон. Я думаю, это большое перспектива, большое будущее. Поэтому нам надо использовать такое европейское расположение, и при экономии тон, и при трейде купинами. Но в данный момент, как экономический объем, либо сотрудничество между Кореей и Молдовой не очень серьезно как развивается. Это не вопрос Молдовии, но вопрос со стороны корейские это впереди сообщества, более интересует в Европейский Союз, в Китае, Индонезии, в странах Вьетнам. Но я думаю, что рано или поздно наш бизнес более уделяет внимание Украине и Молдова. Я вижу огромную перспективу и уже это положительные признаки появились. Поэтому я думаю, что скоро это будет больше корейских инвестиций, корейских компаний. Но все-таки в данный момент, как Samsung Electronic, Hyundai автомобиль и Kia автомобиль, хорошо это делают бизнес. Кроме того, это не большая компания, но у нас очень серьезный как бизнес присутствие, это Agro. Эта компания занимается семенами зеленого лука. Уже в течение 4 года они удалось как привести эксперимент удачно. Но это не обычная семена. Может быть, вы смеете, что такое семена зеленого лука. Но это огромная, как называется, значимая эта семена. Это обеспечит больше, чем 100 тонн на гектар. Это уже, мы называем это Green Revolution. Green Revolution. Поэтому я думаю, что такое это вначале это кажется small, но в конце концов это будет очень огромный. Поэтому нам надо использовать нынешний такой семинар. Но также я думаю, что в Молдове была очень известна область сельхоз. В данный момент мало использует какой-то огромный ресурс. Итак, корейское экономическое чудо. Повествование о чуде реки Хан.
Книга эта, сразу следует сказать, довольно большого размера. 500 с лишним страниц, поэтому изложить ее содержание целиком и полностью у меня никак не получится, и я остановлюсь на том, что считаю наиболее примечательным и интересным. Прежде всего, эта книга представляет собой лишь часть хроник корейского экономического чуда, в чем откровенно признаются ее авторы в предисловии. Они говорят о том, что изначально недооценили сложность поставленной задачи и не поняли, что вся собранная информация не поместится в один том. Строго говоря, она и в два тома, и в три тома тоже не поместится, поэтому первый том этих самых хроник охватывает период с 1945 года, с освобождения Кореи от японского колониального господства, до приблизительно конца 80-х, и то без подробностей. То есть основной упор делается на 60-е и 70-е годы, особенно на 60-е, поскольку именно 60-е годы представляют собой так называемую декаду развития, период наивысшего экономического роста Кореи. Причем этот рост без преувеличения, без претендентный. Ни одна другая страна мира не зарегистрировала показателей по стократному увеличению экспорта, по устойчивому росту экономики в 9 с лишним процентов на протяжении 10 лет. И невзирая на отдельные сложности, о которых я тоже расскажу, в общем и целом этот рост был очень стабильным. И не стоит забывать о том, что как 70-е, как 60-е, так и 70-е – это период довольно-таки тяжелый в мировом плане. Это период кризисный, это период серьезных потрясений, с которыми Корея, естественно, тоже столкнулась. И, естественно, это только усложняло задачу, которую поставили перед собой корейские власти и в целом корейский народ. Итак, начнем сначала. 15 августа 1945 года. Происходит освобождение, официальное освобождение Кореи от японского колониального владычества. Безусловно, это крайне важный момент в корейской истории. Безусловно, это начало новой эпохи, это новый этап. Но, с одной стороны, хотя это, конечно, событие необычайно позитивное, с другой стороны, негативные последствия у него тоже были. В чем они выражаются? Выражаются они в том, что радикальное изменение политического, экономического, финансового, культурного, социального и вообще какого бы то ни было другого фона Кореи, конечно, привело к потрясениям в обществе и в государстве. Последующий раздел Кореи на южную и северную только усугубил это состояние. Добрый день. I just want to say thank you, Mr. Han, for inviting me, and I'm honored to be here and speak. Thank you, Mr. Master. So I'm going to speak in English. I hope this is not a problem for you. I prepared a little presentation. A little bit of the things that I'm going to say, actually, most of the things that I'm going to say is similar to what Mr. Fadio-san already shared. As she was saying before, it's actually so inspiring to read about Korean development. The stories are very inspirational. And once you start reading the history, and once you start reading the stories of the people that actually got involved into building this country, it's really inspirational, and you're amazed. I'm amazed with the people of Korea. I don't remember us, Moldova, having so many inspirational examples in pop, especially in politics. So I'm going to start. So before going to Korea, I was working as a social worker in an organization, and now I'm working also as a coordinator of another NGO with different groups. So I'm not going to talk much about that, but I got the invitation from Mr. Han to apply for this program, which is a master program in Korea for people that work in governments and people that work in NGOs to learn about Korean government and what we can take home and what we can do in our country as well. So PSBS is Portuguese Global Policy and Sound.
And I had the opportunity to study with people from around 50 countries, and they were coming not only from countries in Europe, which I was used to before. I thought I quite know English people, American, but then and talk to people from Africa, Southeast Asia, Central Asia, and it was just a different mentality, different stories. We were able to talk about how our countries develop and what we can learn from each of our countries. It was a very amazing experience, and I'm very grateful for that. I encourage you to apply if you have the opportunity. So let's talk about South Korea. South Korea is the country that they love so much, and I'm sure that's why you guys are here, because you love this country a lot. I've grown to fall in love with this country, especially now that being home, I'm craving Korean food. I'm really missing to. I just want to go to Korea just to have some naengmyeon, some Korean food. Vom vorbi în limba rusă, dar fiindcă doamna masă doar consider de limba rusă. Bine. Многоважаемые гостинцов, уважаемые студенты, преподаватели, от имени ректората и ученого совета университета, мне было поручено принимать участие в церемонии открытия аудитории Кореи в Униме. Для нас это большая честь, только лишь потому, что Корея – это одна из стран, которая имеет очень много общего с Унимо, очень много общего с Республикой Молдова, и в то же время входит в двадцатку самых развитых стран мира. Южная Корея, точнее Корея, является символом для многих стран мира, для земной цивилизации. Корея – страна, которая смогла в кратчайший срок перейти от этапа дефолта до самого развитого самой развитой страны в мире. Сейчас мы принимаем участие в этой торжественной церемонии открытия аудитории Кореи в Улиме на территории Республики Молдова. Все прекрасно, все хорошо. Но до этого было
очень сложно, поскольку менталитет наших государственников был на уровне, извините, прошлого столетия. Были очень много препонов, очень много препятствий в плане развития Центра культуры и языка Кореи в Республике Молдова. Во всем то, что сделали представители корейского государства. Господин посол, огромное вам спасибо за поддержку этой доброй инициативы, за то, что вы сделали очень много в плане развития дипломатических, экономических и другого рода отношений между Республикой Молдова и Кореей. Я уверен, что ваша деятельность, ваша работа останется в сердцах добрых людей Республики Молдова и Кореи, и наверняка будет чтить и уважать, в том числе и данные события. В добрый вам час, дай Бог вам здоровья и всему корейскому народу. Да здравствует дружба между Кореей и Республикой Молдова. Спасибо. Ректору, спасибо за то, что такое теплое слово к нам. Я думаю, что это очень скромный шаг между Кореей и Молдова. Но надеюсь, что это такой корейский центр послужит к развитию государства Молдовы и также к развитию дружбы между Кореей и Молдовой. Утром у нас была как маленькая конференция, и я начал очень интересную фразу, которая «Тана». Там написано, но это как по поводу культуры Кореи находится где-то в 50-м году. Это означает, у нас такая теплая сердце, теплая культура. Я думаю, что это очень-очень хороший комплимент. Но область технологии Кореи находится где-то в 20-80 году. Поэтому это очень идеально, это как баланс. И сейчас я думаю, что как многие ожидают о Корее. Со стороны это развивающихся стран и также со стороны развитых стран. Потому что это развивающие страны это страдает от недостаточного экономического развития. Корея это является моделью. То есть со стороны это развитая страны, у нее это свой болезнь, свой проблем. Это кажется это как потеря идентичности, потеря это ценность. Поэтому сохранить хорошая идентичность, ценность это имеет очень огромное значимое. Но в данный момент Корея это может либо это будет показать как балансированная модель по сохранению это как менталитет, хорошая культура, одновременно по развитию технологии. Я думаю, что этот центр я надеюсь, этот центр играет в три функции. В первую очередь, это центр как воспитывает не только корейский специалист, а мировой лидер. Потом, я думаю, что этот центр также играет в роль, как проработать это хорошее видение, политику, стратегии. Я думаю, что в частности, это как сосед, если это конфушан. И я думаю, что нам надо очень хорошая так как конкуренция. Конкуренция это всегда является развитием.
Франция – это наши соперники, это либо конкуренты, это Япония. Но в данный момент мы это очень как следим за Японией уже. Я думаю, что это Китай, это хороший конкурент. Поэтому третье – это моя просьба. Это корейский джентльмен должен лучше, чем Confucian Institute, Campus. Но это очень такие это конструктивные Confucian. И потом это как студенты сами осуждают, какой джентльмен лучше, какой джентльмен более конкурентный. Поэтому я очень хотел бы наши корейские джентльмены занимать такие серьезные места. И это центр, это как называется, мотивирует студентов и профессоров и чиновников. Спасибо еще раз за такое открытие и поздравляю с открытием корейского центра. Я не договорил, господин посол тоже подчеркивает. Уважаемые присутствующие, эта аудитория, техника, которая расположена в этой аудитории, размещена в этой аудитории, плюс к этому много другая техника, которая находится в соседних аудиториях, были предоставлены с помощью посольства Кореи в Республике Молдова и с помощью корейского правительства. Огромное спасибо за этот подарок со стороны Кореи, со стороны корейского посольства. И главным образом, благодаря личной поддержке господина посла, очень важно, чтобы те, которые находятся в этой аудитории, присутствуют на сегодняшнем мероприятии, и многие, которые сегодня по ряду других причин не смогли присутствовать, должны знать, чтить и уважать. Это знак дружбы со стороны Кореи. Еще раз огромное спасибо, господин посол. Значит, на Луису Пульмаче. Надо сейчас корейский флаг. Что это означает? Это очень сложно. Я даже не могу это переводить. Но это самое сложное, сложный флаг. Это философия. Все философии находятся. И следующий урок, я думаю, что это лучше учиться. О чем это флаг? Yeah. Спасибо еще раз. он строил. Но теперь это очень известный проект
поэтому все это похваляют, но на цели также это трудно. Потом это затворится. Это... А ты знаешь? Да. Здесь это состоит экспансия. Мы по случаю 25-летия Рима вручали всем и Кореи, и отношения между Римом и корейских институтов, я вам вручаю от имени ученого совета и ректората от почетной грамоты. Спасибо. У меня такой эпизод, либо случай. Месяц назад президент университета Ханьян посетил Киев. И чтобы встретить, познакомиться с ним, он прилетел в Киев, и они это пообедали. Я очень как удивлен. Господин ректор это всегда это готово демонстрировать какое-то сильное желание, искренность. И корейцы это очень высоко ценит не как деньги, но это повторяю форму. Человеческий фактор, как искренность, честь, желание, страсти. Поэтому в этом контексте господин ректор уже это готов это как познакомиться с корейскими. Корейский это очень высоко ценит ваше такое-то искренность, желание и страсть. Особенно он также хвалит Корею. Корея это как страна Португаль, которая открылась глобализация в 15 веке. Я думаю, что это сравнение это очень подходит как определит особенности нынешней. Хорошо, спасибо еще раз. Это очень приятно. Чем занимает? Ну, профессор. Что? Отвечайте, если можно. Чем занимаетесь сейчас? Это господин посол Кореи в Республике Молдова. На русском. Они сейчас изучают проектирование информатических систем. И сейчас они это заочное обучение, четвертый и третий курс. Тема сегодняшняя связана с анализом и изучением действующей информационной системы.
Ну и сейчас мы находимся, изучаем те этапы, через которые нужно выполнять вот в этом процессе анализа и изучения информационных систем, на базе которых в дальнейшем изучается и устанавливаются потребности в ресурсах, организация информационных элементов и других составных частей этой будущей информатической системы. А поэтому посвящена сегодняшняя лекция. После этого пойдет лабораторное занятие на следующие два часа. Уже непосредственно будут проектировать носители